Никита встретил свою судьбу в Америке. И сейчас скоро будет уже жениться. Вот, сейчас будет делать предложение. Так, здравствуйте, друзья. Это очередной выпуск нашего видеоблога, но сегодня он будет немного необычным. Дело в том, что Артем и Лена, которых вы уже видели в наших выпусках, собираются пожениться. Ну, то есть, как Артем собирается сделать Лене предложение. Именно с этим мы сегодня будем помогать. Значит, предложение будет в следующем виде. Организуем им стол на пляже с хорошим ужином, пару свечей. И также Артем уже купил кольцо. Сейчас я иду за цветами. Вот, они целый день проводят, гуляя. Ну и надеюсь, все прекрасно получится. И вот мы покажем вам в этом проекте немножечко, как у нас все происходит. Да, сейчас я иду за цветами, мы купили шампанское. Ну, я думаю, Лена будет на седьмом небе от счастья. Такого подарка, который Артем ей приготовил. Но мы с Дмитрием поучаствуем во всем этом. Красивое предложение, я считаю, это очень важно в жизни каждого человека. Потому что это вещь, которую вы запомните на всю жизнь. И как бы это поворотный момент в ваших отношениях, переходите во взрослую серьезную жизнь за мной. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас мы эти цветочки спрячем. И в 6 вечера начнется подготовка уже непосредственно к мероприятию. Шампанское у нас есть, все остальное мы позаимствуем вместе моего прошлой работы. Возьмем стол, стулья. В общем, все будет по высшему классу. Так, друзья, вот так вот будет ваш выглядеть сегодня. Верный официант. Никита встретил свою судьбу в Америке. И сейчас скоро будет уже жениться. Вот, сейчас будет делать предложение. А меня как бы взял оператором, вот будет сейчас снимать. Мы с ним договорились, что если я буду оператором, то я буду свидетелем. Ну так получилось. Никита. Дядя прости, но Дима снимает, поэтому он свидетель. Ну, ты же свадьбу просто будешь в Америке отмечать, а ну, Дидя да. Сейчас в Украине, поэтому так. Ну а если по-серьезному, то вот мы идем уже подготавливаться, в Тонрес-Холл забирать все столы, стулья и так далее и тому подобное. Вот у нас чувствую себя как на первый звонок, это честное слово. С кольцом Тиффани. С кольцом. Нас сейчас сержант будет ждать на бич-траке. Мы столик запихаем, возьмем тарелочки, потом к Антонио заедем, заберем в ресторан еду и поедем уже непосредственно все подготавливать и ждать наших голубков. Момент да. Предложения, а это да. Все, ради чего мы здесь собрались, если, конечно, она ответит «да». Если нет, тогда этого выпуска никогда не появится в сети. Так, тут караоке у нас идет в боллруме, но я пробрался, сейчас возьму все, что нам необходимо. Так, у нас был стол, поэтому мы берем. Ну, я как на опыте вам поделюсь, веду. 274. 72 by 72 мы берем два линена. Потом, вот у нас подготовлено здесь сервиз, бокалы. И для шампанского ведро из-под льда. Добрали мы первую часть. Теперь мы входим. Контейнер наш. Откроем вам все секреты конгресс-холла, может нас за это вычислят и убьют. Оп, открыли контейнер, а вот там вот столы наши, дорогая, вот это вот. Вот он родной. Так что мы его себе тоже берем, сейчас ждем, пока сержант приедет. И все. Там мы забрали все серию бич-трак. По графику пока мы как раз успеваем. Все, вот мы забрали еду из ресторана и сейчас уже едем непосредственно на пляж. Every minute there's a melody inside your world. I can't get enough of it. Two hearts in the rhythm of the endless words. As we fall. We can put two seats on the sand. Only this table. It's like it's not unusual. You are. Worth it a lot. We got chairs, so we have to go back. No, not we, Nikita. Not we. His fault. My fault.
marry you, of course, look at me. Oh, no. I'm stupid. We got the chairs in this one. Alright. I will wait for you. Были с тобой рядом. Плачек, поэтому в присутствии этих джентльменов я хочу попросить руки и сердце у тебя. Заюшка, ты согласна? Да. Иди ко мне, мой. Выполняет данные фотографии. Да, вот очень красиво. Вот так, ребята.